Всем привет, ребята, меня зовут Желейный Медведь Валерка, и я взял фургон Хиппи для того, чтобы испытать его на Луне. Он полностью прокачанный, и мне вот интересно, как он себя поведет. Он, кстати, очень тяжелый и громоздкий, но все равно у него есть ускоритель, который очень крутой. Так, вроде нормально летим. Ух ты, вот это мы далеко полетели. Куда это нас отправило-то, а? Ой. А нет, нормально. Интересно, сколько мы тут пройдем? У нас, по-моему, рекорд какой. То как это? Почему у меня рекорд такой маленький? 400. Я же, по-моему, больше ставил рекорд, когда на скорой помощи мы катались. Так, ладно, я понял. Здесь лучше притормозить и отсюда вот пытаться запрыгивать. Эх. Все, получилось, мы запрыгнули, это самое важное. Так, у нас уже монет, конечно, полная куча. Ой. А, все хорошо. Рано я пугаюсь, все ж не так плохо. Так, ух ты. На Луне, конечно, не так уж просто нам кататься. Но монет очень много, кстати, на Луне. То есть всем тем новичкам, которые первый раз играют в игру, я вам такое, знаете, делаю лайфхак. Покупайте сразу карту Луна и собирайте кучу денежек. Ну, или потом разбивайтесь на фургоне Хиппи. Так, ребятки, давайте какую-то другую тачку возьмем. Так, а что нам взять? Какую бы интересную машинку взять? Какую же бы машинку нас взять? Барашковый вин, скорая помощь, электрокар. Давайте возьмем электрокар. Да, попробуем, только его попробуем где-то на пещере. Он маленький, удобный. Так, подождите, он на батарейках работает? Ух ты, он работает на батарейках, ребята. Прикольно, смотрите. Эй, а что это с ним случилось? Так, это он как бы перегрелся или что? Как такое могло быть вообще? Как электрокар мог перегреться? Смотрите. Так, и почему это происходит? У него что, шины горят? Так, наверное, он очень слабоват. Вот, энергия тут на него собирается теперь вместо бензина. Нет, ну электрокар прикольная штука, знаете ли? Очень даже прикольная. Ой. Вот, хорошо. Нет, он для пещеры очень удобен. Знаете, такой маленький, удобненький. Так. Разгоняемся. Только он садится, конечно, очень не вовремя. Нет, не падай. Аккуратненько. Хорошо. Вроде бы справляемся. Ну. Ой, что-то еле-еле-еле его туда затягивает. Так, ребята. Как по мне, то он что-то сильно не тянет. Давайте его попробуем прокачать, уж так уж и быть. Посмотрим, что из него можно сделать. Батарея, длительная перезарядка. Так, на усовершенствованном аккумуляторе. Размер шин. Что? Как понять размер шин? Двигатель сзади. Двигатель спереди. У него два двигателя? Ух ты. Вы посмотрите, какой размер шин. Так, только он как-то слабо едет. Наверное, зря ему шины прокачал. Да. Наверное, зря. Ну, давайте маленькие шины возьмем. Слушайте, интересная тачка. Да, давайте ему самые первые возьмем шины. И двигатели лучше попрокачиваем, ну, где-то до 5, да? Ну, даже до 10. Нет, ну, в общем, до 7, надеюсь, хватит. Батарею где-то на 5. Или тоже на 7. И ну-ка, с первыми колесиками попробуем. Вот, но с первыми колесиками как-то поинтереснее будет. Только почему вот у него происходит вот эта штука, что сейчас может произойти? Так... Вот когда она разгонится, видите? Что это такая?
Чё это такое тут у нас? Зачем это всё делается? Так, ну на маленьких колёсах как-то не особо круто, ребят. Хотя интересная машинка, ребята. Фух, так. Нет. Ребята. О, ребята, такая смешная серия получилась у нас. Электрокар. Мы, кстати, исследуем ещё. Ещё исследуем. Обязательно посмотрим, что за интересная тачка. Мне понравилось, ребята. Так что подписывайтесь скорее. Ставьте лайк, чтобы не пропустить серию. Всем пока.